Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, в прошлой серии мы с вами наконец-то обнародовали яхту. Обнародовали, да. Посмотрели, что там, нам дали координаты. Единственное, что мы не подобрали, это с вами диктофон вроде, да. Ну, честно говоря, чуть неохота с этими крысами опять возиться. У нас с вами дождь. В общем, между прочим, я оснастил не на видео наш плот с вами, то есть захерачил, ушло на это порядка, как я говорил в прошлом видео, около 2 дней игрового времени, но просто реально заебал, устал, короче. Вот, сейчас мы ведем новые координаты, вот, я думаю, что поедем на новые координаты, там какой-то остров у нас с вами, вот, что сюда, может что-то посадить. Семечки какие-нибудь. В общем, такое барахло. Все рецепты куда-то съебали. Уж, ну, пропали куда-то. Так. Салат из лосося, в общем, как. Патронов у нас с вами нет. Так, возьмем патрончик. Так, я надеюсь, акул нас донимать не будет. Так, буковка Т. Координаты. 97, 88. Так. Это мы туда, в общем. Итак, мы еще с вами изучили что? Это не на тот остров, где мы были с вами, изучили мотор, по-моему, да? И как-то нужно будет сделать руль с вами. Так, есть предложение вот между двух этих, так, по центру, ну типа центр, это, да? Слева и справа повесить моторы. Так, слитки есть, веревки сделаем. Так, микросхема. 20 досок нужно. Так. Ну, в общем, отчаливаем. Поплыли, наверное, туда. Прощай, яхта. Так, поесть, попить. Четверочка. Так, попить, пожрать у нас есть. Так, без суеты. Чё мне туда-то делать? Так, слитки. Досок есть. Это расхема где-то мы с вами делали, нет?
Блин, слитки же были, где они, блядь? Ты на отчале или нет? Что-то я не пойму, куда нас занесло, блядь? Чего здесь? А, это вот. А, жопа яхты. Ладно, спим. Блин, ну придется доски заканчивать, Саня. Не-не, секундочку. Так, доски я, пожалуй, выгоню сюда. Так. Подожди, а на руль нам что надо? Господи, блин. Так, руль 4. Так, два мотора. Это 10-14. Ну как, ух ты, как раз. Вообще шикарно. Так. Нахер нам нужно. Давайте-ка спрячем лучше наверх. Так, микросхемы. Так, здесь у нас будут рули. Блять. Надо, сука, как-то сделать эту дырку сраную. Что невозможно, блядь. Так, руль здесь. Два руля, в общем. Так, это здесь. Так, веревки нужны. Так, одна здесь. Так, сюда идешь. Ты тоже идешь сюда. Угу. Так, еще, да, у меня, блин, Steam что-то не обновился, и все, нажимаешь на старт, и пришлось переустанавливать долбанный Steam. Тем более все, слава богу, сохранения, блин, остались на месте. Так, слитки тогда там. Что такое? Пригодится, так. Тоже пригодится. Так, мы нормально плывем, нет? Потихонечку вроде плывем. Так. Так. Овощной рагут. По где ящики мои? Блять, у меня же ящики тут были. Ёбаный урод. Вот тебе и сохранения, блять, остались. Говно ёбаное, блять. Ясно, короче, пизду, блядь. Это ёбаный Steam, блядь. Спиздил мое сохранение, блядь. Это залупа, блядь. Два ящика здесь было, здесь еще два было, блядь. Сука, ёбаная, блин, ладно.
Да там по-любому барахло как-нибудь хранилось у нас. Да, блядь, быстрее доплывем, чем так с этим мотором. Что у нас там? 5. Пластик вроде нам не нужен. Батарейки тоже поставлю. Так, хлам пусть будет. Копья тоже вроде есть. Так, это нам для... Там долго еще будет, нет? Так. Так. Ёб твою налево, ну ты место занимать. Так, секунду. Секунду, куда я хотел? Хотел сюда поставить. Тебе, блядь, отдельно, что ли, надо строить? Так, подожди. Во. Так, доска требуется. Двадцать досок. Что-то я ничего не вижу, блядь. Так. И лут пропал, ничего нету больше. Это говно, блядь. Короче. Так. В общем, как-то так вот. Так, и где мне эти доски брать сейчас? Ни лута, ничего, блядь. Спиздил кто-то ящик. Короче, говно, короче, какое-то происходит здесь, да. Два приснителя поставить. Еще, наверное, нужно ставить. Это, наверное, стоит бабла немерено, да? Херобора это. Так. Что я туда наверх поставить? Пальма.
А болты у меня так. Мои наплавленные слитки здесь. Так, подожди, блин. Так, что рвал? Хлам. Я что-то не так сделал, так. Вот так вот будет правильнее, да, сюда чик встали такие. Типа прямо, да? И еще одну двиглу туда поставлю. Блин. Надо было чуть-чуть сюда его сдвинуть. Макси. Так. Ну, примерно, чтобы понимать. То есть это перед нашего плота, это... Задница, так. Кто с досками, дерьмо, реально. Я, бля, что здесь загородил? Ёпа-мать. Похеру. Отсюда вот залезем. Куда там хотел поставить? Вон туда наверх. Ебем сейчас. Пальма будет. Чтоб нас издалека было видно. Так, залазишь сюда. Тут пальму поставим. Так, что там? Ух ты, смотри, там чайки. Кажется, завалил. Двоих, что? Да, какой, блядь, снайпер. Поспим. Хорошо, что акула теперь мозги не парит. О, пожрать. Хорошая. Ладно, подождем еще одну. Или сюда все-таки влупить. Там же будет кощунство. Хотя не, поставлю туда, как и планировал. Пускай там светится. Так.
А чё ни лута, ни хуёта, ничего нет, блядь. Какой-то глюк. Кто-то спиздил мои, блядь, ящики. Так, мы нормально идем, нет? Это мы от яхты отплыли. Хрен знает, куда плывем вообще. Так. Раз, два, три, так, о, отлично, сюда, так. Во. Мои зерна, наверное, все спиздили, да? Два зерна осталось. Хуй, вот туча была этих зерен, блядь. Ага. Водичка у меня еще есть. Так, блядь. Эту хуйню нужно заделать, она меня бесит. Что-то полы какие-то кривые, блин. Все нормально. Здесь у нас будет расти дерево. Так, отлично. Три доски осталось у нас с вами. Семечек полно. Может, не сюда больше не буду ничего делать. Так. Так, еще один двигатель. Он вообще нужен нам, нет? Такс. Километр остался. Че, лут, что ли, прогрузился? Нифига себе, блядь. Здрасте, будьте любезны, блядь. Штормом прибило. Масло.
Нормально лут появился, славьте Господи. Так. Можешь укусить, говно летает. Давай, пукай. Все дошки падают. Да, блин, натички есть. Да, положим, пусть будут бочечки. По-моему, это наш остров, ну? Не, по логике, по времени мы должны как раз к нему приехать, нет? Что, наш остров, что ли? Так, сбросить якорь. Блин, надо было куда-нибудь сюда камень, да и хуй с ним, блядь. Так, с камнем, с этим. Так, так, что я хотел? А, координаты глянуть. Что, наш остров, что ли? Нет, еще 800 метров. 808. А что за херня тогда? Погода хорошая. Нет, какая-то подстава с этим островом. Что там наверху? Опять какой-нибудь птеродактиль. Ой, да, какой у нас остров. Ой, остров, говорю. Так. Так, наверное, картинка будет лучше. Красота. Так. Сука, блядь. Арбузы, блядь. Рыбное жаркое у нас с вами есть. Так, стрелы.
ты, блядь, танцуешь-то? Так. Доску наберем. Так жутко, когда коробка падает без силуэта человека. Так. Кокос улетел. Так, семок наберем, пальмам сейчас. В полете видал, как? Так. Неужели в самом деле? Подохла наша акуля. Акуленок, по-моему. Да, я его добивал. Подожди, а там что? Смотри, там что-то есть. Ладно. Ну что, я предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал на Twitter. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем большое спасибо, берегите себя и пока.